Здравствуйте, это «Дежурные по городу». И сегодня мы решили посмотреть, в каком состоянии находятся парки нашего города. Первый парк, который мы решили проверить, это парк Калинина. Сегодня мы будем оценивать парки по следующим пунктам. Чистота, туалеты, детские площадки, кафе, скамейки, водоемы. Здесь, в принципе, чисто. Ну, конечно, кроме того, что натворили на асфальте голуби. В этой будочке находится туалет. Правда, за него вам придется заплатить 15 рублей. Здесь есть детская площадка, но по техническим причинам она не работает. Как вы можете заметить, дети нарушают закон парка. Можно посидеть на разных скамейках. Покушать и выпить кофе здесь тоже можно. А вот никакого водоема в этом парке нет. Разве что можно назвать этот ручеек водоемом. Да и тот не особо-то благоустроен. В парке Калинина мы получили 5 баллов из 6. Мы приехали в следующий парк. Он называется Балтийский. И судя по архитектуре входа, мы вернулись назад в СССР. Пойдемте смотреть. Здесь достаточно чисто. Мусорки стоят возле каждой скамейки. Пусть и не новые, но стоят. Здесь нет платных туалетов, зато много бесплатных деревьев. В этом парке есть детская площадка, и даже целых две. Это, как вы могли заметить, времен СССР. А рядом за забором находится более современная площадка. Но поскольку я родился в СССР, поэтому я буду играть здесь. Кафе в этом парке нет, да местной молодежи оно, в принципе, и не нужно. Кстати, о скамейках. Они удобные, но такое чувство, что они хотят куда-то сбежать. В этом парке мы нашли водоем. Но скорее это не водоем, а какая-то большая грязная лужа. Да и добраться до него не близко, да не очень-то и благоприятно. В парке Балтийском мы получили всего лишь 2 балла из 6. А мы приехали в парк Южный. Раньше он назывался парк Сорокалетия. Надеюсь, столько времени мы здесь не проведем. Пойдемте смотреть. Мы решили спросить у отдыхающих в парке, чего здесь не хватает. Не хватает в этом парке дорожек нормальных. Для детей каких-либо аттракционов. В принципе, если вы прогуляетесь по парку, то вы увидите, что здесь диковатый парк в кавычках. Скамеек возле озера не хватает. По сравнению с двумя другими парками, здесь детская площадка разнообразием не блещет. Я нашел бесплатный туалет. Правда, его еще не достроили. А я устал и решил остановиться на пикник именно в этом парке. Но поскольку здесь нет скамеек, мне пришлось сидеть возле озера на холодной земле. Озеро здесь достаточно чистое, поскольку здесь обитают лебеди. Но еще и другие животные, которые оставили вот эту бутылку. Мы нашли кафе в этом парке, но, к сожалению, оно пока не работает. И в парке Южном тоже получили 2 балла. Я решил поинтересоваться у городской администрации, собираются ли они благоустраивать парк Южный. На что мне ответили. Проект планируется реализовать в рамках муниципальной программы развития парков, парковых зон, скверов и бульваров города Калининграда на 2014-2018 годы. Стоимость его специалисты оценивают в 180 миллионов рублей. В бюджете Калининграда на эти цели предусмотрено 2,8 миллиона рублей в 2014 году и около 4 миллионов. В 15-м. Проектом предусмотрено обустройство детских и спортивных площадок, аттракционов, площадок для барбекю, для выгула собак, пристани для лодок и катамаранов, велодорожек и кафе. Ну что ж, за 2014 год парк не особо изменился. А точнее вообще не изменился. Куда же потратили 2 миллиона 800 тысяч рублей? Наверное, на облагораживание каких-то личных парков. Надеюсь, что в марте 2016-го что-то изменится. Это был «Дежурный по городу». До новых встреч! В итоге самым лучшим парком оказался парк Калинина. Он набрал самое большое количество баллов. Надеюсь, наша администрация обратит внимание на 2 других парка и обязательно их благоустроит в скором времени. Павел Яркович, Андрей Долгий, служба новостей, город.